Рой, ты заработался. Сегодня в Эс-Анджело едете к Фрэнку Сенковски. Одно условие – пушек не брать. Что? Никто не должен пострадать сегодня. Почему эти люди хотят убить тебя? Похоже, меня подставили. А как ты там оказалась? Все, что остается, это убраться из города как можно дальше. Можешь остановиться здесь? Зачем? Есть одно дело. За нами погоня, а ты... Ты еще и ребенка втянула? Хочешь ехать один? Пожалуйста. Эта малышка заслуживает лучшего. Спасибо. У меня другая идея, и я хочу вам помочь. Я теперь в ответе за вас. Не оставляй нас. Не бойся. Рокки! Рокки! Наше прошлое — это то, что мы сохранили в памяти.